Все знаки на небе сошлись, пробил час очищения. Чашу Божьего гнева готовься принять, Ансалон. Кто не с нами, тот против нас. Я даю вам последний шанс. Встань под знамением мысли и веры, и будешь спасен. По воле Творца истреблю я нечистые расы. В новом замысле место для них на страницах легенд. Милосердие может быть разным, сострадание — это прекрасно, но жестокости требует вера, и выбора нет. Отец наш небесный, ты знаешь, мы творим эту мессу не зря. Зарею над миром прольется огонь твоего алтаря. И те, кто не с нами, сгорят в огне. Пусть горят в огне, сгорят в огне. И Паладайн откликнулся. Небеса разверзлись, и огненный шторм обрушился на город, превращая его в выжженную пустыню. Таков был ответ оскорбленного бога тем, кто желал убивать во имя веры. Но некоторым удалось спастись. За мгновение до гибели волшебник обнял воина и жрицу и, прошептав заклинание, увлек за собой сквозь пространство.